Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем тему о русской народной песне. В прошлый раз вы узнали о жанрах народной песни, послушали колыбельную, поговорили о потешках, загадках, поговорили о обрядах и послушали песни, которые звучат в этих обрядах. О чем только не поется в народных песнях, о тяжелом крестьянском труде, о нелегкой женской доле, о славном прошлом Руси и ее настоящем, о легендарных богатырях, защитниках земли русской. Народные песни свободно поются в любой подходящей обстановке, на посиделках, домашних вечеринках, на свадьбах или для удовольствия. Ведра я не слабо поставила, и друзья дружка я оставила. Не взяла с собой корону славе, и не зря любовь я замыслила. Кара-кара-кара-кара-кара мыслится, и не зря любовь я замыслила. Ой, кара мыслится, и не зря любовь я замыслила. По какому другу по поводу мы не ходим, друг не с ней поводу. За водою лень ни одной ходит, и себя и день тяжело прожит. Кара-кара-кара-кара-кара мыслится, и не за любовь я замыслила. Ой, кара мыслится, и не за любовь я замыслила. Завтра я да пойду с водой, заманю тебя, увиду с собой. Напою родной той водицею, и судьбе одной не годится мне. Кара-кара-кара-кара-кара мыслится, и не зря любовь я замыслила. Ой, кара мыслится, и не зря любовь я замыслила. Песня радовала и развлекала в добрый час, и утешала в несчастье. Какие жанры или разновидности народной песни мы знаем? Это исторические песни, солдатские, лирические, хороводные, плясовые, шуточные и игровые. Сейчас я вам исполню песню, которую вы очень хорошо знаете, «Вакузница». Попробуйте угадать жанр песни. Вакум, вакузнице, вакум, вакузнице, вакузнице молодые кузнецы, вакузнице молодые кузнецы, они куют, они куют, они куют, приговаривают, молотками приколачивают. Пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, пойдем, Дуня. Пойдем, Дуня, в лесок, в лесок, пойдем, Дуня, в лесок, сорвем, сорвем, Дуня, сорвем, сорвем, Дуня, сорвем, Дуня, лопушок, лопушок, сорвем, Дуня, лопушок, лопушок, сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан, попра, по праздничкам, попра, по праздничкам, по праздничкам надевай, надевай, по праздничкам надевай, надевай. Угадали? Ну, конечно, это шуточная игровая песня. Как и следующая, которая сейчас прозвучит. Она называется «Я горошек молочу». Ай, чу-чу, ай, чу-чу, я горошек молочу. На чужом тачку, на пригорочке, ко мне курочка бежит, ко мне рябая бежит. Ой, бежит она, спешит, ничего не говорит, а из курочки пирог полетела далеко. Чу-чу.
давай чуть-чуть, дальше лучше помолчу. Там такое приключилось, я пугать вас не хочу. Сейчас поговорим о хороводных песнях. А что такое хоровод? Вспоминайте. Как на Машины именины испекли мы каравай, вот такой вышины, вот такой нижины, вот такой ширины, вот такой ужины. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Когда поете, то беретесь за руку и идете по кругу. Вот такие игры и танцы называются хороводами, а песни, которые исполняются в хороводе, называются хороводными. Хоровод возник как часть обряда, рождественский, свадебный. Позже выделяется в самостоятельный жанр. Хоровод объединяет песню, танец и театрализованные действия. Молодежь водила хороводы обычно в весенне-летний период. Хоровод играл воспитательную эстетическую роль. В них вырабатывалась высокая культура движения, красивые жесты, умение держать себя на людях, кланяться, приветствовать друг друга. В хороводе могло участвовать до 300 человек. По характеру движений хороводы бывают круговые, как песню, которую я вам спела, «Каравай», и некруговые, гуськом, змейкой или воротцами, как вам известна хорошо игра «Ручеек». Большое место в хороводных песнях занимают образы природы. Для медленных хороводных песен характерны широкие плавные напевы с распеванием слогов. Сейчас послушайте хороводную песню «Вопали березы стоя». Вопали береза стояла, вопали кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла, некому березу заломати, некому кудряву заломати, люли-люли заломати. Люли-люли заломати, я пойду-пойду погуляю, белую березу заломаю, люли-люли заломаю, люли-люли заломаю, срежу я с березы три пруточка, сделаю из них я три гудочка, люли-люли три гудочка, люли-люли три гудочка, а четвертую балалайку, а четвертую балалайку, люли-люли балалайку, люли-люли балалайку. Плясовые песни сопровождают плясовые хороводы. Они родственны хороводным песням, связаны с праздничным бытом. Для них характерны сатирические тексты. Послушайте, пожалуйста, песню «Ах, вы сени мои сени». Thank you.
Следующая песня, которую вы услышите, «Было у матушки 12 дочерей». Ее можно отнести к жанру лирическо-семейной песни, которая учит любить, ценить семью близких и почитать родителей. Было у матушки 12 дочерей, было у матушки 12 дочерей. Ишь ты, падишь ты, 12 дочерей. Ишь ты, падишь ты, 12 дочерей. Марьюшка, Дарьюшка, Анушка, Душа, Олюшка, Полюшка, Зина и Душка. Ишь ты, падишь ты, Зина и Душка. Ишь ты, падишь ты, Зина и Душка. Лидушка, Ксюшенька, Иринушка, Душа, Зоюшка, Варварушка, Евдокиюшка. Ишь ты, падишь ты, Евдокиюшка. Ишь ты, падишь ты, Евдокиюшка. Стала их матушка работе учить. Стала их матушка работе учить. Ишь ты, падишь ты, работе учить. Ишь ты, падишь ты, работе учить. Марьюшку, Дарьюшку, Анну вышивать, Олюшку, Полюшку, Зина иду прясть. Ишь ты, падишь ты, Зина иду прясть. Ишь ты, падишь ты, Зина иду прясть. Лидушку, Ксюшеньку, Иринушку шить, Зоеньку, Варварушку, ладно щи варить. Ишь ты, падишь ты, ладно щи варить. Ишь ты, падишь ты, ладно щи варить. Аминшую Дунечку, барою плясать. Аминшую Дунечку, барою плясать. Ишь ты, падишь ты, барою плясать. Ишь ты, падишь ты, барою плясать. Наиболее популярным жанром русской народной песни являются русские частушки. В них соединились остроумие и талант русского народа. Задорная ритмическая мелодия многократно повторяется и заставляет обратить внимание на ее содержание. Пели частушки с приплясыванием под аккомпанемент русских народных инструментов – гуслей, жилейки, баяна, гармошки, балалайки. Обычно пели сольно, но во время обрядов, во время праздников в деревнях, например, во время свадьбы, устраивали целые соревнования, когда знатоки частушек вставали по кругу, и каждый пел по частушке, потом по две, по три. Тот, кто пропускал свою очередь, выбывал, и оставался один победитель, кто спел больше всех частушек. Мы на своих занятиях коллектива пробуем петь частушки, очень любим их. И недавно как раз исполнили такие сатирические куплеты, которые были приурочены к празднику. Это был наш последний концерт, праздник 8 марта. Мы поздравили наших мам, всем очень понравилось, и детям в особенности. Нашим бабушкам и мамам никогда не унывать, каждым годом быть все хорошо и поменьше нас ругать. Я любимую бабулю поздравляю женским днем, лейкерскин ей куплю я, будем зажигать вдвоем. Мы веселые девчата, мы нигде не пропадем. Если надо, мы станцуем, если надо, мы споем. Женский день, 8 марта, папа сам говорит. И скажу вам по секрету, на твою не молодец. Вот решил, что я на праздник милой маме сделаю. Очень я по-тушке встану на неделю целую. Ёлочки, сосёночки, полкие зелёные, даже бабушки весной в дедушек влюблённые.
Мы без бабушки однажды приготовили обед. Сами вымыли посуду, и с тех пор посуды нет. Теперь не мы для вас чистушки, ох, ребят, хороши. Вы нам будете смелее и посмейтесь от души. Все.